это ягода оранжевого цвета и не фрукт, как думают многие. Родиной этой ягоды является Китай. Во всем мире насчитывается несколько сотен видов этого растения. Некоторые сорта деревьев живут до 500 лет. Сегодня мы вам расскажем, какие полезные свойства в ней находятся и как ее хранить. Содержится множество витаминов, особенно А, С и В, а также микроэлементы йод, железо, кальций, калий, фосфор и магний. Хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии и цинге. Йод восполняет дефицит этого вещества в организме и снижает риск заболеваний щитовидной железы. Выбрать хурму. Обычно спелая хурма имеет солнечный оттенок, от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Спелая и сладкая хурма должна быть полностью однородного цвета. Если ближе к ножке плод светлый или зеленый, брать его не стоит. Если вы хотите, чтобы хурма не вязала, то берите плод более мягкий, а не твердый. Хранить хурму можно при комнатной температуре или в холодильнике. Оптимальным температурным режимом для плодов считается уровень от 0 до плюс 1 градуса. В холодильнике хурму надо хранить в отделении для фруктов и не допускать перепадов температуры. Влажность воздуха при этом должна достигать 90%. Из-за перевозки по крупным автомагистралям на поверхности хурмы оседают выхлопные газы и другие грязные соединения. Поэтому даже если вам не терпится, советуем сначала очищать хурму от кожицы и только потом наслаждаться этим полезным фруктом.